Так, сейчас с левого ряда едут, короче, прямо и поворачивают некоторые направо. Ну да. Пока стоим, ждем, тут как бы нет смысла тут спешить. Здесь вот, ну, по крайней мере, вот в этой ситуации. Потому что жара, мотик греется, вот. А ехать-то надо, друзья, ехать надо. Раз ехать надо, поехали, пацаны. Ребята, мото Виктор купил себе мотоцикл Fireblade. Представляете? Вообще кайф. Теперь он будет кайфовать. Он в этом году, короче, была Yamaha у него 750-я. Спортбайк 94-го года. Вилка перевертыш, шестипоршневые суппорта там установлены. Вилка регулируется вообще везде. Плюс там установлен вот эта вот заслоночка, как она называется, все время из мысли вылетает, блин. Короче, при смене оборотов она открывает выхлоп и закрывает. Блин, вот все время вот это слово у меня вылетает из башки. Экзап, экзап, вот, экзап. Даже там экзап, все исправно работает, тросики целые, блин, продал такой мотик. Вот, потом Сузуки у него была 60-ка. Джиксер 2000 года, тоже кайфовый мод, тоже продал. Вот он, магазин подшипника. Сейчас нам нужно где-то повернуть направо, потом нужно будет развернуться. Потому что и никак иначе, только так. Все норм, very good. Йо-йо, Энигис for life. Потихонечку, ребят, не ускоряемся. Я вас буду, как говорится, всегда держать на чеку. Чтобы вы не гоняли у меня. Еще чего будете рисковать. Оно вам надо. Лучше выехать на трассу и дать там газку. Вот. Здрасте, а я к вам. Короче, ребята, такие дела. Подшипников нигде нету, таких, которые мне нужны. Даже в магазине подшипников пробили. Только в Москва. Только Москва. Пацаны, пацаны, налево. Только в Москве, ребята. На заказ. Ну а что, куда деваться, буду заказывать, короче, ребята, сейчас. Правда, не в магазине подшипника буду заказывать, а на своем сайте. На Емиксе. Что вы творите, друзья? Один, блин, хочет ускориться, второй, блин, перестроился. Вообще трэш. Сейчас будут пробочки такие прям сильные, серьезные пробки, ребята. Время пик, 6 часов. Вот. Но они начнутся чуть подальше. А так, в принципе, все по кайфу. Че, куда деваться, друзья? Машина есть машина, всякое бывает. Закажем, придет, сделаем. Вот, так что не будем мучиться, не будем париться. Потеряли 2 дня, ну и то как 2 дня. Вчера целый день лил дождь. Ну, он то моросит, то не моросит, то идет, то не идет. Запарил, короче. Вот, вчера день такой, и то я успел все сделать. И позавчера день такой, дождливый. И то нормально, я тоже с коробкой позанимался, снял ее там, разобрал. Все.
Сейчас буду уже машину чистить и готовить к покраске. Хотя уже на 70% она очищенная от старой краски, от этой жидкой резины, от пластидипа. Вибромашинка работает на ура. Uber, такси Uber. Uber. Я бы сделал, ребят, знаете, какой такси? Бумер. Реально бумер бы сделал. И, короче, в таксопарк свой бумер. Ну, видите, опять же, бэхи ломаются, блин, дорогие. Ну, блин, нет. Проще, наверное, сделать такси Мерс, да? Мерсы не ломаются, 124-е. А вот бумера ломаются прям постоянно тоже. Как немецкие Жигули, блин. Скажем так. Если бы сделал бы такси бумер, то бы там были бы одни бэхи, представляете, бэхи, семерки. Не, семерки дорогие бэхи, блин. Троечки хотя бы. Троечки, вот да, маленькие компактные троечки. Вот. Да пропустите вы его на Мерсе. Ведь просится, чувак, не наглый. Сразу видно, потихонечку. Вот, правда, аварийка не моргнул. Ну, мы сейчас не будем стоять. Мы сейчас будем ехать. Потому что мы не стоим. Нам стоять смысла нету. Но надо опять же потихоньку ехать, потому что люди, как бы они это. У них какая-то зависть возникает, и они специально могут тебя подрезать. Вот. То ли от того, что они стоят, а мы едем на мотоциклах, то ли еще от чего. То ли в мозгах что-то у них клинит. Вот такие погибают, пацаны. То ли просто дебилы, скажем так. Ох, нихера себе, чувак. То ли просто дебилы. Скеник. Скеник. Рено Скеник. Ничего себе, какие названия. Рено Скеник. Офигеть. Скеник. Вот прикиньте, они вот все стоят. У кого-то жарко, у кого-то жена рожает. Кто-то куда-то торопится, кто-то девушки на свидание, кто-то кого-то там что-то еще. Вот. И они хотят ехать, и вдруг они видят мотоциклиста, который едет, кайфует. Вот. Они все стоят, и у них пробирает такая злость в клетках мозга. Возникает ярость, пробирает злость, и они подрезают мотоциклистов. Это очень плохо, это очень печально, это очень опасно, друзья. Это кайф, кайф, кайф. Сука. Хорош, что ли? Реально. Реально, что-то я борщу. Борщ варю.